Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Chuvih iPad X. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить режим энергосбережения. Итак, для этого мы опускаем вниз нашу шторку, ищем здесь режим энергосбережения. Вот он, включаем. И далее мы также можем зажать на нем пальчик и перейти в настройки. И здесь мы можем создать для него расписание, например, с учетом уровня заряда, то есть он будет автоматически включаться, например, при 15% нашего устройства. И также мы можем сделать так, чтобы он выключался при полном заряде, то есть при заряде 90% он будет автоматически отключаться. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.